Сегодня на базе частного учебного центра имени Карбышева ДСА в Бресте начал свою работу республиканский учебно-методический семинар с директорами автомобильных школ. На повестке дня вопросы коренного улучшения качества подготовки водителей и обеспечения достойного уровня безопасности дорожного движения. Кроме того, в ходе семинара участники ознакомятся с учебно-материальной базой Брестского учебного центра ДСА и техническими средствами обучения, которые используются при подготовке специалистов. Мы хотим сделать подготовку водителей достойной, с наименьшими затратами. Что мы имеем в виду? В первую очередь мы вводим тренажеры. Во-вторых, дифференцированно подходим к отработке упражнений. Те упражнения, которые нам не нужны, мы будем выбрасывать из программы, заменяя тем, что нам необходимо. Мы хотим, чтобы водитель был подготовлен всесторонне, чтобы подготовка его по вождению шла не тем одним или двумя маршрутами, а чтобы водитель научился думать, работая по всему городу или району, то есть в той местности, где идет эта подготовка. Кроме подготовки специалистов для вооруженных сил, сегодня сотрудники ДСАФ также занимаются обучением желающих получить права. Реализуется программа благодаря хорошей учебной базе Брестского центра и отличным профессиональным качествам преподавателей. Возможно, поэтому многие курсанты учебного центра сдают экзамены по теории вождению с первого раза, и школа находится на лидирующих позициях в республике. Вопрос подготовки и качества нас вполне удовлетворяет. Вопрос в этой подготовке, что мы вложили огромные суммы в учебно-материальную базу. Люди, которые приходят нам учиться, вполне удовлетворены учебно-материальной базой и качеством подготовки. У нас имеются профессионалы-преподаватели, мастера производственного обучения вождению. Все прошли курсы повышения квалификации. И у нас проблем с набором в данной ситуации нету. С целью повышения качества обучения в учебных заведениях принимается ряд организационных мер. В практику внедряются современные технические средства обучения, проводится активная работа с преподавательским составом и мастерами производственного обучения. Тем самым достигается хорошая репутация автошкол, и из их стен выходят квалифицированные специалисты. Однако совершенству нет предела, поэтому проведение подобных семинаров – хороший повод обменяться положительным опытом в решении насущных проблем.